В общем-то, всем ку, с вами Клерк. Вот, и хотелось бы показать, что я все-таки смог сделать за, в общем-то, с фэнс-модом. А, получилось у меня таки реализовать руки. В прошлый раз на первом моем видосе у меня появился небольшой баг, в частности, на сервере. А, руки были... Ну, в общем-то, от третьего лица отображались. Ну как? При просмотре вот так вот. От третьего лица они отображались. Вот. Да, и тут я, походу, накосячил немного. С прицелом. Сейчас я его немного подправлю. Так. Ну, в общем-то, вот. Сейчас все прекрасно работает. Вот так вот перезаряжается. Вот так он стреляет, правда, какой-то баг появился. В частности. Как-то криво стреляет пушка. Я не знаю, я попробую протестить в скомпилированном виде. А если получится, то если будет работать, то это будет очень даже хорошо. Если нет, то я буду продолжать работать над этим. Вот, как видите, от первого лица у другого персонажа, так же, как от третьего, все нормально. Текстуры у оружия тоже присутствуют, все работает. Такие дела. От третьего лица перезарядка не отображается, как это и было и раньше. Сейчас. Есть только звук анимации. Ну, в общем-то, это все, что я хотел показать. Вот. Всем спасибо.